Да, всем привет, меня зовут Алексей. Мы постараемся говорить без микрофона, потому что с микрофона получилось у нас немножко странный звук. Ну и плюс у нас с вами, видите, как достаточно камерное сегодня такое мероприятие, поэтому давайте договоримся сразу. У меня есть презентация, в ней 40 слайдов, но мы по ней не будем идти, если вы этого не захотите. Как только у вас возникнут какие-то вопросы или вы захотите о чем-то поговорить чуть больше, вы можете меня смело прерывать. Вот давайте сегодня вот эту традицию вопросов в конце мы отставим. Окей? Вот. То есть прям смело, не надо ничего говорить, прям руку поднял, как сказал, как зовут, и перебивайте меня, это нормально. Сейчас немножко учиться. Про что я хочу рассказать, ну, в принципе, немножко про методологию, про историю наших ошибок и экспериментов, про наши смешанные форматы. Про мотивацию учиться, это было заявлено в программе, поэтому об этом можно рассказать. Про тематику программы поговорим, как мы их выбираем и какие есть популярные сейчас особенно направления. Ну и в целом несколько слов про проблему онлайн-образования глобально. Для того, чтобы мне было проще, может быть, на каких-то вопросах, моментах я акцентировал внимание, какие-то пропускал, поднимите, пожалуйста, руку, кто из вас делает какие-то образовательные онлайн-проекты. Практически все. Класс. Смотрите, тогда эта презентация вообще практически не для вас. Объясню почему. Потому что я уверен, что вот сейчас, да, мы пойдем по ней, нет, может быть, что-то вы узнаете, но если у вас будут какие-то вопросы, касающиеся нюансов, да, тех сложностей, с которыми мы сталкиваемся, а по опыту общения с коллегами отрасли, я могу сказать, что вот со всеми проблемами мы сталкиваемся абсолютно с одинаковыми. Вот прям вот абсолютно у нас все, как бы вот, начиная там вот продакшена, заканчивая тематиками курсов, экспертами, площадками, все вот это, вся эта история, там, включая сколько платить, сколько не платить экспертам и так далее, какие форматы, как проверять, как мотивировать, все это у нас вот одни и те же самые все моменты. Вот. Ну и, соответственно, я так понимаю, сейчас все поднимут руку, когда я задам вопрос, все ли вы учились онлайн, так понимаю, да? Окей. Давайте пам-пам-пам. Несколько слов про нетологию. У нас есть, все вы были у нас на сайте, наверное, вы видели, да? Вот. У нас есть три, для того, чтобы вам проще сориентироваться, я расскажу про три основных наших продукта. Это онлайн-программы, это офлайн-программы, очные направления, которые мы запустили все весной, и библиотека видеокурсов. Сейчас коротко про каждый из них. В онлайн-университете есть порядка, ну, в том или ином виде порядка 30 программ уже, какие-то из них анонсированы, какие-то нет. Мы разделили их по четырем направлениям. Это маркетинг, управление, дизайн, визуальные коммуникации и новое направление программирования. Новое направление, которое появилось буквально в этом году. И достаточно активно мы развиваемся с точки зрения количества курсов. И грамотно, вот, как бы, в отличие от предыдущих, возможно, трех направлений, выстраиваем цепочки обучения наших студентов. Это наша внутренняя аббревиатура. Многие из них понятны, может быть, некоторые нет. Ну, если вам интересно, мы поговорим про тематики чуть дальше. Так у нас выглядит личный кабинет студента, будет выглядеть в ближайшее время. И опять же, немножко не так, это один из вариантов скетча. Так выглядит профиль студента. Вот по поводу профиля студента мы достаточно сильно заморочились. Тоже еще раз, это такая вот как бы скетч, потому что он реализован, по-моему, там на 50%. Мы поняли, что многие ребята у нас учатся не на одной программе, а на нескольких. У нас появились новые сущности, такие как аспирант, практик, автор лекции и так далее. И мы поняли, что вот эти профили на методологии можно очень классно вообще объединить всех там, экспертов, сотрудников, студентов. И это может быть в конечном итоге некой такой страницей, где будет показано, какие реальные навыки есть, как, где человек учился, что он проходит и так далее. То есть некий такой вот маленьким паспортом, что я могу. Вот, почему мы это решили сделать? Мы поняли, что все чаще и чаще начали приходить от ребят вопросы о том, как разместить мой диплом, мой сертификат в кабинете, там, в резюме на HeadHunter. Мы сделали даже там маленький какой-то плагин, можно загрузить автоматно диплом, прикрепить. И вот мы поняли, что если прикреплять чуть более подробную историю о себе, это как бы тоже будет лучше. Онлайн-программы – это то, что мы называем синхронный формат обучения. Да, я не сказал об этом, давайте проговорюсь. Да, есть дата старта той или иной группы, той или иного набора. Группа формируется, в среднем это порядка 40, привет,
40-50 человек. После этого они начинают обучаться. Обучаться у них есть расписание. Они ходят на вот эти занятия в формате вебинаров. У них есть после каждого занятия практическое задание. Они его выполняют, получают обратную связь от эксперта. В конце у них есть какая-то дипломная работа, которую они также выполняют либо под руководством непосредственно одного какого-то своего наставника, либо под руководством, там, скажем так, показывают свою работу в группе каких-то экспертов и так далее. Вот. То есть это полностью, в принципе, вот как бы анатомия стандартного образования, натянутая как бы в онлайн-среду. Дальше есть история с видеокурсами. Это маленькие видеоуроки по 2-3 часа в среднем, разбитые на маленькие фрагменты по 10-15 минут с микротестированием после каждого маленького куска и с большим тестом в конце. Это то, что мы называем асинхронный формат, когда люди могут получать информацию и учиться без группы в любое удобное для них время. Мы сделали с достаточно неплохим продакшеном в последнее время 170 даже там, с плюсом уже таких видеокурсов. Подробнее про них я расскажу чуть позже. Так это выглядит курс внутри, как видите слева, скажем так, хронология, как ему нужно учиться, какие-то чекпоинты, контрольные точки. Внизу там есть расшифровка курса, есть видеоуроки и так далее. Это вот один из новых курсов, мы записали. А, здесь маленький нюанс. Вот эту всю историю мы еще, я уже упомянул HeadHunter, мы интегрировали это все в HeadHunter, сделали с ними академию. academia.headhunter.ru. Там вот все наши 170 курсов, они есть в HeadHunter. Мы их просто отдаем с карман. И вы все знаете, что это с карман. Это некий интерфейс обмена и систематизации образовательного контента, если простым языком говорить. Вот. И есть у нас, соответственно, офлайн-программы. Это на данный момент две программы: директор по онлайн-маркетингу и руководитель диджитал-продукта. На первом должен получиться классный директор по онлайн-маркетингу, втором продуктолог. Эти курсы они абсолютно стандартны, как вы понимаете, в своем представлении. Это вот люди ходят три раза в неделю на цифровой октябрь, в нашей прекрасной аудитории, все там общаются, тусят, и ничем это не отличается вот от какой-то там семестра в университете, по сути, да, чуть более легком режиме. Как видите, еще раз, у них там вот, общение, оно прям максимально кипит. Мы взяли две аудитории, там смешно забрендировали. Все стандартно, как вы, скорее всего, можете себе представить, так и есть. Теперь несколько слов про нашу историю, про историю ошибок в первую очередь и про наши эксперименты. Вот так выглядит история нашего продукта в нашей презентации для новых сотрудников, где мы обалденно рассказываем, как мы в 2011 году начали делать семинары, потом их транслировать, потом сделали свой LMS, потом расширили линейку, потом начали развивать видеокурсы и вот как бы в этом году активно стартанули в онлайн-университете, там, добрав до 30 программ, выиграв премию Рунета, да, вот эта вся история. Но на самом деле дальше начинается история про ошибки. С самого начала мы тяп-ляп отнеслись к выбору платформы, и не то что к выбору, а к тому, как вообще, да, быть. Мы начали самостоятельно писать вот эту вот нашу ужасную штуку, которую можно назвать CRM, LMS, CMS и как угодно, любая другая аббревиатура. В какой-то момент мы поняли, что ну, мы ее писали, как вы понимаете, сначала там под очные семинары, потом там под университет, потом под видеокурсы с точки зрения кода и с точки зрения вот юзабилити внутри как бы для администраторов, это ад. Во много раз приходили люди, которые говорили, ну, у вас вроде есть LMS, она вроде неплохая, давайте мы там у вас проведем, как бы, ну, дайте нам ее в аренду условно. Такие предложения, ну, в месяц, там, 2-3 точно бывает, и так хочется вот с точки зрения, ну, все-таки коммерческий проект, и нам как бы жажда денег не чужда, и так хочется этих людей прямо сказать, да-да-да, давайте, а вы нам денег, а мы вам это, вот, в принципе. Мы не можем их пустить, потому что ответы на вопросы, которые у них будут возникать, когда они будут видеть всю эту начинку, они займут, ну, там, в рабочее время 2-3 сотрудников. Мы сами иногда, как бы, у нас нет ни инструкции, поэтому ничего. Поэтому это была колоссальная ошибка в том, что мы не стали поступать как нормальный стартап. Вы нормальный стартап делает что? Он ищет готовые решения на рынке, пытается их каким-то образом интегрировать в едино и использовать. Это было неправильно, мы сейчас от этого страдаем, вплоть до того, что мы как бы сайт-то перелицевали, да, там личный кабинет сейчас вот перелицуем, а код остался старый, нам надо сейчас все переписывать.
И иначе у нас как бы вариантов нет. Все это повалится. Видеокурсы. Вот с таким вот прекрасным, уверенным лицом 1.5 года мы, извините, профукали на то, чтобы сделать продакшн тех самых замечательных 170 видеокурсов по синхронной информации. Никому нафиг они не нужны. Как оказалось, мы пытались их продавать. Кто из вас видел видеокурсы наши? Класс. Вот вы всем здесь. Нет, я конечно, утрирую, шучу, но статистика показала первое. Да, когда мы начали продавать по подписке, мы думали, ну как бы это же база знаний, у людей возникают вопросы. Они где будут искать вопросы? Конечно, у нас, мы же зрелый образовательный проект. Там точно все верняк классно структурировано, и там эксперты, которые проверены. Подписка, статистика показывает, что люди покупают подписку и в среднем смотрят 1.5 курса. Соответственно, они покупают не подписку, они покупают 1 курс. Мы говорим, ладно, хорошо, давайте мы поштучно будем продавать, дешевле там, да? Но дешевле поштучно за сколько? За стоимость, там, не знаю, чашки кофе. Продаем мы их сейчас, по-моему, там, по 500 рублей, если я не ошибаюсь. Мы закончили продвижение всей этой истории. Мы закончили вот на какой ноте. Опять же, для вас это будет, может быть, интересно для кого-то. Мы провели большой такой вот вылив трафика с Фейсбука на наши два продукта. На университет и на синхронную программу, я синхронную, условно. И мы поняли, что стоимость привлечения платящего пользователя туда и туда, она равна. Но только здесь чек у нас там 900 рублей, а там чек как бы средний 18-20. После этого у нас были полные как бы, доказательства того, что нам нужно заканчивать с продвижением, а самое главное с продакшеном всей этой истории. Это очень дорого. Производство одного курса, если вам интересно, я могу там с ней поделиться, но это реально дорого, это сотни тысяч рублей. Вот. Мы были, вы знаете, это было публичное поле, мы получили 2 раунда инвестиций, один как раз под видеокурсы, один под объединение наших 2 проектов с Фоксфордом, это школьный образовательный проект. И вот как бы мы успешно потратили это ни на что. Вот. Наверное, так говорить нельзя, я не знаю, может быть, там кто-то мне скажет. Это правда, мы сейчас внутри не стесняемся об этом говорить. Это наш сейчас такой все-таки актив, но такой пассивный достаточно, потому что мы ничего не делаем, он нам приносит какие-то деньги, которые, ну, однажды, возможно, мы будут нас радовать, я не знаю. Вот. Но там есть еще другая история, быстренько расскажу, это корпоративная продажа. Это когда мы сделали корпоративную подписку, это история для компаний, у которых есть руководитель, который покупает это для своих сотрудников, он выстраивает маршрут обучения на базе наших вот этих видеокурсов, и потом сидит в кресле, наблюдает, как у сотрудника учатся, подкидывает им новые курсы, если что-то нужно, и так далее. Вот. Это более-менее работает, но тоже мы активно это не развиваем. Масштабирование. Это проблема, с которой мы столкнулись уже, соответственно, там, в начале 2016 года. Как вы понимаете, если мы говорим про синхронный формат, есть такое понятие, когда-то старт того или иного набора. В декабре прошлого года я с ужасом смотрел на план, который мне нужно каким-то образом составить, я понимал, что календарь как бы не резиновый. Невозможно запускать, там, каждый, для того, чтобы увеличить наши обороты, невозможно запускать каждую неделю там, 3, 4, 5, 10 наборов. Это операционный ад начинается после этого. Поэтому это первый был вопрос как бы, масштабирования. Мы, когда запускали библиотеку курса, думали, что у нас случится вот этот классный эффект. Люди будут покупать, с нашей стороны ничего не нужно, и это будет такая вот та самая наша пресловутая стартаперская плюшка, когда у нас каждый год 2 раза больше, а мы как бы тратим примерно столько же, да, на поддержку и так далее. С масштабированием синхронных программ в том формате, который мы сейчас имеем, это невозможно. Каждый новый набор – это новые участники процесса, точно такие же, как и в другом наборе. У нас сейчас вот мы дошли до того, что у нас там, нам не хватает даже нашего нового офиса, там уже достаточно много людей, там, координаторов. Есть маленький нюанс, который мне сами себе тоже вот, подкинули проблем. Мы получили лицензию на ведение образовательной деятельности. И после всех наших программ мы выдаем вот на онлайн-университете удостоверение о повышении квалификации на очных программах диплом о профессиональной переподготовке. Для того, чтобы обслуживать, вот у нас единовременно в университете учится порядка сейчас там 1500 студентов. Для того, чтобы вот такой объем обслуживать с точки зрения там, учета выдачи всех этих бумажек, мы привлекли в административный отдел 3 новых сотрудников. 3 новых сотрудников. Они пишут какие-то журналы, какого-то там, не знаю, унифицированной формы 61-го года. Тотальнейшая ерунда. И самое главное, что мы каждый раз, эти люди, которые
три человека этим занимаются, они приходят на работу с ужасной, как бы вот такой миной, потому что они ничего не производят, они делают только то, делают так, чтобы их не поругали какие-то там проверяющие диагностические органы. То есть они находятся все время в режиме страха. То есть они ничего не созидают. Они приходят, так, надо сделать это, иначе нам капец. Надо сделать это, иначе нам капец. Представляете, какая мотивация людей работать? Никакая. Одна девочка встала и ушла. Понятно, что масштабировать сложно, но нужно. Для этого мы начали сейчас активно достаточно менять структуру нашего отдела. Если раньше было все очень просто, был набор, у него был координатор, в наборе есть там, какие-то эксперты, есть программа, которую составил человек, который имеет компетенцию, он может быть в программе, может быть нет, может быть он сделал там, год назад, может быть две недели назад, может быть уже все там устарело и как бы все это надо менять. Поэтому мы начали делать следующую историю. Координаторы, понятно, остались. Это люди, которые менеджерят, в принципе, все процессы. Дальше в каждом наборе есть аспиранты. Аспиранты – это наши же выпускники, которые продолжают обучение у нас, но уже с другой стороны. Они консультируют всех наших студентов, рассказывают, как нужно, там, на что нужно обратить внимание, на что не нужно, как делать ту практическую работу, эту практическую работу. То есть они закрывают тот самый пул коммуникации со студентами. Его достаточно много, как вы понимаете, ежедневно сыпятся миллионы вопросов. Это вопросы как там, технического толка, где эта кнопка, как там это сделать, да? И толка нам, конечно, а как мне посчитать вот эти KPI там, и так далее. Это абсолютно разноплановые вопросы. И аспиранты в большинстве случаев справляются. Понятно, там есть элемент отсева, отбора, консультации этих аспирантов, есть регламентация заданий и так далее. Но эти ребята, их достаточно много, порядка 40 человек сейчас, они работают абсолютно безвозмездно, то есть даром. Единственная их мотивация в том, что они... Ну да, есть там у них право там, доступ к любым образовательному контенту на период аспирантства. Есть, ну и вообще, в принципе, мы с ними как бы дружны. Это основная, мне кажется, их мотивация, причастность к чему-то большему, если честно. Есть мотивация первый раз в жизни, возможно, для многих выступить в качестве наставника, в качестве эксперта, потому что они могут также давать обратную связь по практическим заданиям, каким-то не очень сложным, да? То есть где не требуется супер там, компетенции эксперта. Вот. Для них это, еще раз, возможность некого такого вот самореализации в качестве экспертов, повышения самооценки и так далее. Но это вся история как КВН. Когда у нас каждый там, год-два должны приходить новые аспиранты, потому что эти выгорают. Все, как бы, они уже не такие смешные, мы их как бы убираем, появляются новые. Модераторы трансляции, мы поняли, что в нашем процессе огромный объем низкоквалифицированной работы, связанной там, с трансляциями, с напоминаниями и так далее. Мы наняли трех удаленных людей, которые вот это все берут на себя. И самое главное, вот это последние две роли, это авторы и кураторы программы у нас появились. Понятно, что наших внутренних компетенций, возможно, хватало, когда у нас было там 6, 10, 12 программ, для того, чтобы понимать, что в этих программах так, что не так. Сейчас это абсолютно невозможно. Поэтому каждая программа, ну практически у каждой, да, там сейчас вот закрываем последние, есть автор программы, человек, ну, автор и куратор, мы просто делим это на два автора, который изначально все делал, куратор, который пришел уже на готовую сложную программу, но тоже там может все перелопать, потому что мы этих людей призываем быть как бы полноценным хозяином. Мы ставим цель очень простую. Вот после этой программы ты должен выпустить людей, которые гипотетически, хотя бы гипотетически, ты готов пригласить к себе в компанию на собеседование. И там как бы просто понять, что дальше там будет работать или нет. То есть готовят себе специалистов. Вот такая цель всех этих историй. И есть последний вот этот вот HR-консультант. Про него я тоже буду сегодня много говорить. Даже сейчас уже эту позицию вот я писал и забыл об этом. Мы взяли человека, вот теперь его должность официально называется руководитель направления профориентации студентов. Вот так. Ну извините, у нас есть лицензия, нам можно позволить себе эти слова. Но... И это человек, который как раз людей консультирует в плане их развития их карьеры, который подсказывает им, проводит какие-то вебинары в рамках курсов по тому, как вести себя на собеседование, как подготовить резюме, подкидывает им, опять же, на второй фронт работы, поиск вакансий где-то на рынке и так далее. Я не помню, у меня... Давайте я тогда сейчас про это тоже расскажу. Мы запустили вот с помощью как раз вот этого руководителя профориентации обалденную историю про биржу проектов. Слышали про них? Вот.
участвовали, может быть, нет? В общем, биржа проектов, расскажу коротко. Мы поняли, что вот, как бы все, вот, большинство образовательных проектов, они часто там как-то кооперируются, конечно, с компаниями, размещают вакансии, все это фуфло, не работает. И мы решили, что было бы намного лучше, если бы нашим студентам мы давали возможность от компаний каких-то выполнить ряд маленьких каких-то задач, каких-то прям дискретных, небольших. Плюс в тот момент, когда нам пришла эта мысль в голову, у нас у самих было очень много задач, там, не знаю, рисовать баннер, сделать презентации, написать какие-то тексты, что-то там, какие-то лендосы мы все время делаем. Это очень просто, и, соответственно, как бы нам нужны были, и мы использовали как-то втихаря всегда наших студентов, привлекали. Но мы решили сделать это официально и публично. Мы запустили эту биржу, где мы загоняем всех наших худших выпускников, не всех. У нас есть там фильтры, есть даже закрытая группа выпускников. Как раз вот эта вот девочка по профориентации, она занимается отбором, ковыряется в каждом выпуске, смотрит, кто там учился, не учился, и только тех, кто хороший, она как бы отправляет в закрытую группу. Потом из этих хороших она выбирает там аспирантов и так далее. Вот. И в бирже мы просто загоняем туда всех классных аспирантов и сеем это дальше наружу с точки зрения возможности реализовать какие-то свои маленькие задачи любому предпринимателю, компании, кому угодно, любому из вас. Вам нужен лендос, там, я не знаю, все, что учился, любые самые маленькие задачи. Есть маленький критерий только. Эта задача не должна быть очень срочной, потому что, конечно, студенты не всегда на 100%, как мы не можем гарантировать, что они классные. Если вдруг у вас срочная задача, вам надо там через 5 там, дней, чтобы было готово, то лучше, возможно, искать другие пути, потому что там, ну, с вероятностью 50-60% все будет норм, но есть небольшая вероятность, что все-таки пойдет не так. С другой стороны, сейчас, когда уже биржа функционирует порядка 4-5 месяцев, мы знаем, что если есть срочная задача, то есть и проверенные исполнители. И мы привлекаем просто их, как раз вот занимаются специалисты этим конкретно. В общем, вот биржа, она пошла, я не верил ни в аспирантов. Вот я прям, я не верил, но я просто понимал, что вот, как бы, надо что-то попробовать. Они откуда-то взялись, и им это интересно реально, у них горящие глаза. Я не верил в эту биржу, потому что я до этого мы прошли через большую историю с попыткой насильственного, там, скажем так, вот этого трудоустройства наших выпускников, когда мы там 2 месяца, даже больше, каждого там брали, вот смотри, вот тебе вакансия, ты же вначале говорил, что ты хочешь работать, вот иди, сходи на собеседование, вот контракт, давай, давай. Вот, я не шучу, 2 месяца вот было усердной работы, это было ровно год назад, примерно, даже еще больше, наверное. И мы пытались проследить какую-то статистику, сколько там у нас есть студентов, сколько доходит до конца обучения, сколько из них там приходит на вебинар по трудоустройству, сколько требует персональную консультацию, сколько из них трудоустраивается. Эта воронка, она вот как бы не такая, не такая. В конце никто, никому не нужно эти вебинары, еще что-то. Я бы сходил, вот если бы мне кто-то сказал, Алексей, давай твое резюме просто посмотрим, там норм или не норм. Я не ищу работу. Но почему мне не дать мое резюме там смотреть кому-то, если как будто у меня мысли, я, наверное, не воспользуюсь. Студентам это не нужно. Об этом мы тоже попозже поговорим про мотивацию, когда будет история. Следующий момент с масштабированием. Мы начали смотреть, конечно, на рынок экспертов, кто там может на какие-то классные можно математики сделать. И вот у нас был такой кейс классный, мы делали его с Ярославом Шуваевым. Это, не знаю, может, знаете, такой заметный на рынке условно продуктовых. И он работал в Альфа Мобайле, сейчас в Альфа Лаборатории, сейчас уехал в Казань руководить разработкой какого-то банка Адмонского. Вот. И вот он, однажды мы с ним ехали на дизайн-викенд, он говорит, Алексей, я в Британке веду интенсив. Там реально мы запираемся как бы там на неделю и делаем крутые штуки, воркшопы, там еще что-то. Я говорю, давай сделаем онлайн. Так, он говорит, давай. И мы начинаем, как бы, там, проходит время, он говорит, ну, будем делать, я говорю, будем, давай, все, рассказывай, вот тебе как бы, так будет выглядеть программа, вот такие, давай, там, составляй. Он говорит, нет, это все ерунда. В общем так, смотри, в субботу-воскресенье мы прям делаем онлайн-трансляцию на 6 часов. И я им все рассказываю, и потом в следующие выходные еще трансляции на 6 часов, там, типа, я говорю, подожди, говорит, это что такое? Этот человек пытался свой опыт проведения вот этих вот мероприятий в формате интенсивов, да, может быть, кто-то из вас бывал подобных, таких вот инъекциях креатива, да, когда вы собираете, вы как бы никуда не можете деться, и вот все увлечены. Он пытался просто перетянуть как бы вот на формат онлайн. Нет, это не работает, потому что, во-первых, выходные все на даче, во-вторых, прелесть онлайн-образования в том, что как раз ты можешь учиться в удобное себе время. Но не попал на вебинар, посмотрел запись, да? Плюс посмотрел запись, если ты смотришь какую-то
там, групповую работу в записи, она должна быть для тебя самодостаточной в записи, хотя бы там, процентов на 80. Да? То есть, понятно, что немножко участвовать, да, ты можешь задать вопрос потом, ты должен что-то понять. Любая групповая работа, она будет честна, это бардак. Всегда. То есть со стороны, если смотреть, вот если ты не вовлечен, это бардак. Никому это не интересно. Я говорю, Ярослав, так не работает. Вот, в итоге мы пришли к каким-то компромиссам, шаг за шагом, что-то там придумали. Это слайд из его презентации, он уже два раза, там, может быть, даже три с ней где-то выступал там под нас, ему очень нравится эта история. Как он пришел, причем про него интересная история, у него первый опыт преподавания онлайн, но после первого же набора студенты писали классные комментарии, что я всегда думал, это один я прям запомнил, я всегда думал, что там онлайн это так сухо, та-та-та-та-та. По-моему, этот человек просто рожден разговаривать с веб-камерой. Там, вот так, то есть там такое ощущение, что он рядом. И потом он рассказал секрет, как он подошел к этому. То есть он такой прям сказал, ну, мне было, конечно, тяжело сначала, потому что я в комнате один разговариваю, нет никого. Я не знаю, у меня какие-то дурацкие паузы. И он взял для себя модель, может быть, вы знаете, как они называются-то? Ребята, которые комментируют игры. Нет, они какие-то кастеры тоже называются. Вот PewDiePie, всякие вот эти. Ну, они всякие видеоблогеры, но они вот каким-то, называются, я извините, меня выяснил. А? Ну, вот не подкаст, а вот есть какое-то другое слово. Тоже называется. Возможно, вы поняли, о чем речь. Вот ребята, которые сидят и комментируют, что происходит на экране, когда другие играют. И он сказал, что я как бы попробовал вот эту историю спроецировать на себя. Я сижу перед камерой, там что-то происходит, я комментирую все, что происходит, я ни секунды не замолкаю и так далее. Вот. И у него это получилось, да? Иногда он рассказывает очень по-другому, конечно, он говорит так, ну ты же очень здорово, ты сидишь, говорит, давай монитор, ты там в офисе, дома, здесь у тебя винчик там за этим, вот ты отвернулся, все хорошо. Он действительно нашел подход, и это действительно очень важно, то, о чем он говорит, это сломать этот барьер. У большинства людей это, к сожалению, не получается. Есть абсолютно разные сущности ведения онлайн-занятий, публичные выступления, запись на камеру. Сколько было случаев, вот, когда мы приглашали на видеокурсы ребят, которые хорошо ведут вебинары или публично, там, вау, вот, они приходят, у них камера, все, мотор, они, тишина. Вот. Так выглядит групповая работа, это из его презентации слайд. Мы начали придумывать какие-то вот эти реал-тайм-борды, куча гугл-доков каких-то, куча вот этих вот штук, где люди заходят и одновременно что-то правят, общаются там параллельно в Фейсбуке, в Скайпе, еще где-то. Ну, понятно, что еще раз, это мы смогли, у нас в конечном трассе смогли включить вот эти воркшопы, программы, они действительно сейчас проходят, ну, смотреть на них можно, даже записи можно смотреть. Там появились тоже, опять же, новые сущности, ребят, которые помогают вести, то есть модерируют эти группы рабочие. Потому что суть такая, что проектирование интерфейса для простоты, там нет, невозможно научиться быть проектировщиком интерфейса без групповой работы. Это вот самая простая сущность. Это мы путаем, да, что проектировщик интерфейса это квадратик там фигачит. Нет, это человек просто создает продукт, у которого много аналитической информации в голове должно быть. И это всегда должны быть разные точки зрения, обсуждения и так далее. Ну вот как-то вот так вот выглядит у них там внутренние кабинеты. А вот так у него выглядели примерно, это не настоящие, по-моему, скрины, но он это вот из своей презентации показывает, что примерно так у него выглядела первая групповая защита дипломных работ. Да, то есть, ну, здесь, видите, все очень просто. Мы действительно считаем, что есть там, не знаю, скайп, конференция, вроде все же реализуемо, можно включить, да, там более того, в нашей вебинарной площадке, которой мы пользуемся, там тоже есть конференция, пожалуйста, включи сколько хочешь, там 5-6 человек, все они будут говорить, но это только в кино так красиво выглядит, когда там вот они все сидят, там и так, вот в реальности это вот так. При этом проблема, она очень часто не на стороне, а студентам так жалуются начинают. Ну, деньги заплатили, что за ерунда, а когда начинаешь копаться, понимаешь, что студент сидит там где-нибудь, я не знаю, на мобильном интернете, у него один случай был какой-то ноутбук там какого-то 2000 года какой-то девочки, то есть он не то, что там, он вообще не работает, вот, и она хочет трансляцию какую-то сделать. А что, мне веб-камера нужна была? Да, ну, окей. Вот. И мы поняли, что ну, это тоже еще раз, это мы решили эту проблему, мы не стали просто приглашать, опять же, там всех, сделали ребят отдельных, которые представляют проекты и так далее, все решаемо, но мы прошли реально, как вот Ярослав говорит, там 3-4 набора, первых это были постоянные улучшения, нам каждый день, не с точки зрения контента, а с точки зрения методик, просто, да, как это все сделать, и с точки зрения технических.
Ну вот мы пришли, мы столкнулись, еще раз возвращаясь к вопросам, проблем тематического масштабирования нашего проекта. Ну, нет возможности взять и просто какую-то программу, скажем так, из онлайна, из офлайна взять, спроецировать в нашу среду. Всегда это какая-то абсолютно индивидуальная история, переработки.